14 декабря при участии мэра Невельского городского округа Алексея Шабельника прошли последние этапы голосования в рамках программы «Молодежный бюджет» во второй и третьей общеобразовательных школах города Невельска. Та спортивная площадка, которая появилась у вас новая, да, вот у вас была школа, это как раз в рамках реализации «Молодежного бюджета». У нас такие проекты реализованы не только около второй школы, но и это у нас и третья школа, это и Горнозаводск школа, и это и Шибунина. То есть мы видим, четыре проекта мы можем реализовать в Невельском районе при помощи как раз ваших решений, вашего участия. Инициативные старшеклассники школы номер 2 предложили на голосование 5 проектов. Автогородок – школьная территория безопасности, который представляет собой комплекс со специальными сооружениями. Установка фонтана, который планируется установить в районе старой церкви рядом с Домом правосудия. Планетарий, который по убеждению участницы удачно впишется в рамки установленной программы молодежного бюджета. Город в новых красках несет идею проекта расписать пейзажами Сахалина все остановки города. Это позволит жителям и гостям Невельска побольше узнать о достопримечательностях острова и привлечь как можно больше туристов в наш район. Постройка новой архитектурной композиции Сивычи планируется установить на новой набережной по улице Береговой. В ходе голосования большинство старшеклассников проголосовали за проект «Архитектурная композиция Сивычи». В реализации проекта мне помогли учащиеся одноклассники из моего класса. Они мне подсказали кое-какие идеи, и следовательно мы смогли довести этот проект вот до такого... Ну, не до идеала, но все же до такого вот вида. Ну, если честно, я думал в призерство выйти, но на победу прям нет, потому что, как я смотрел, очень сильные проекты были и очень важные для города. В средней общеобразовательной школе номер 3 участники молодежного бюджета предложили 4 проекта. Это установка фонтана на набережной по улице 70 лет Октября, военная полоса препятствий, которую предполагается оборудовать различными препятствиями и инженерными сооружениями. Проект «Скейт-парк», который будет оформлен в городском стиле. Представители уверены, что появление скейт-парка в нашем городе повысит статус Невельска и его туристическую привлекательность. Проект 11 класса «Спортивная площадка». В его рамках предложено реконструировать старую спортивную площадку на территории школы, заменить покрытие на резиновое, установить современное оборудование. В ходе голосования участники молодежного бюджета третьей школы большинством голосов выбрали проект, представленный участникам 10 класса «Скейт-парк». Нам просто в городе, не только в городе, вообще на Сахалине не хватает этого скейт-парка, потому что он даже в Южно-Сахалинске он есть, но он в плачевном состоянии. А если он появится в нашем городе, то он как бы будет привлекать даже к нам в город людей. Специалисты отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа до 1 февраля 2019 года составят сметные расчеты по победившим проектам и подготовят техническую документацию. Далее по результатам конкурсных процедур будет выбрана подрядная организация и начнется непосредственная реализация проекта. Валерия Телешкан, Александр Стрельников, Невельские новости.